в отпуске, точно не знаю какое. Я нахожусь примерно в 20 километрах от Сагнифьорда, высота около километра, погода, ну, дождик небольшой идет, температура около 8-9 градусов. Но, собственно, таки что я вам хочу сказать? Просто, блядь, посмотрите вот на это. Да, вот на этой штуке я, собственно, забрался в эти края. Такие дела. Еду вниз. Пока-пока.